Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем съемки 7-го сезона проекта «Русский модерн». Вот мы с Максимом Узалевским все не могли встретиться несколько лет, только переписывались. Я даже в Петербурге как-то вел организованную группу из Саратова. В общем, многие даже наши подписчики, друзья Максима знают, были у него на экскурсиях, в путешествиях и так далее. Вообще, Максим большой путешественник, поймать его трудно. Так, поздороваюсь тоже, всем привет! Вот, да. И мы традиционно, когда в Саратове вообще что-то снимаем, начинаем с трамвайчика. Но оказывается, тут есть не только трамвайчик, но и вот эта замечательная вещь. Да, трамвайчик – это некая стилизация, а вот трамвайный столб и фонарь, который за нами вы видите сейчас, надеюсь, это совершенно оригинальная вещь. Это, мне кажется, очень здорово, потому что в основном, когда мы говорим о модерне, вот в городском пейзаже, мы говорим про здание, вот, и очень редко про что-то другое. А это вот пример фонаря совершенно вот с таким модерновым завершением. Еще очень круто, что дизайн этого фонаря разработал Питер Беренс, который многие называют вообще отцом промышленного дизайна, вот, работавший также в эпоху модерна. Вот, и разработал он его по заказу бельгийского акционерного общества «Саратовский трамвай». То есть вот такая интересная история, что в 1905 году в Брюсселе собрались люди, которые думали, куда бы им вложить деньги, решили, что Саратов – это лучшее место, где их деньги сразу прорастут и будут приносить плоды. Uh-huh. Вот. И они скинулись деньгами, вот открыли в Саратове трамвайную линию, плюс построили электрическое освещение. Вот. Беренс разрабатывал такие фонари для разных крупных компаний, для разных стран. И вот мы можем увидеть на акцию. Фотографии... Нет, акцию ну, покажу, может быть, потом. Мы можем увидеть... Брюки превращаются. Мы можем увидеть крупным планом, если вы снимете, вот такой же фонарный столб, который стоит на одной верфи судостроительной в городе Ливерпуле. Вот пароход, который готов уже к спуску, это «Титаник», вот, а рядом его младший брат «Шаник». Вот. Мы видим, что здесь фонарь немножко попроще, то есть вот его нижняя часть такая же, как у нашего, но верхняя часть чуть попроще, потому что он предназначался не для променада, а для освещения промышленной территории верфи. А наш, поскольку для городских пространств, он такой более значит, прихотливый. Видите, вот эти три слезинки знаменитых можно идентифицировать там, как три полосочки. А вы их называете слезинки? А вы как называете? Вагнеровские каннелюры. Понятно. Ну вот у нас такое народно-краеведческое название за ними закрепилось. Ну да, есть всякие разные, есть еще макароны. Даже, да, даже вот так. Буду знать теперь. Три спагетти. Можем поискать синонимы, вот. Да. И такие фонари у нас стояли по всему городу. Потом они были заменены массово. Но вот один сохранился на территории одного саратовского завода, куда в процессе вот этой замены уличных фонарей какой-то такой шустрый завхоз взял этот фонарь и, значит, утащил, чтобы освещать там какой-то задний двор. Вот. И вот несколько лет назад его там обнаружили, отреставрировали, конечно, он был в гораздо более худшем состоянии, что-то было отломано. И вот установили здесь в рамках такого проекта, у нас есть небольшой такой проект, «Саратовские артефакты. Сохранение каких-то мелких деталей вот саратовского ландшафта». Вообще мы находимся на совершенно прекрасной точке, где очень, да, много интересных мест. Это Волжская улица. Вот совсем рядом у нас, да, особняк Шмидта, такой неоклассицизм с элементами модерна. Потом опять-таки, да, столб. Особняк Рейниками сейчас в кадре возьмем. Мы его снимали в прошлых выпусках с абрамцевской, верно, керамикой на фасаде. Да. Вот. И про ограду, наверное, пару слов. Про ограду сада. Да, вот парк тоже парк. Очень интересный случай, когда ограда парка, именно сама решетка, является памятником истории культуры федерального значения. Ничего себе, даже так. Да. И потому что ее отлили в Саратове, отлили в Саратовском ремесленном училище. Кстати, такие цепочки вот меня всегда очень увлекают, взаимосвязи и совпадений. Александровское ремесленное училище в Саратове открылось по усилиями такого Тимофея Ефимовича Жегина, саратовского купца, в доме которого провел свое детство Федор Шехтель.
и потом женился на дочери Жегина, и сын Шехтеля вот взял фамилию потом своей матери. Так вот, он создал тремесленное училище, и в нем отлили эту ограду, но вот эти все рисунки были разработаны не в Саратове, а были созданы замечательным художником Сергеем Чехониным, который известен больше до революции как мастер театральный, а после революции как мастер уже такого. Вот он из эпохи модерна как-то перешел в эпоху конструктивизма, сделал такой советский агит-фарфор, книжные иллюстрации. А во время Гражданской войны успел даже сделать дизайн денежных купюр для Архангельской Народной Республики. Была такая в Архангельске некоторое время. Вот, на купюре был размещен такой очень красивый морж, ну, Архангельск, уползающий из моря, и поэтому эти купюры называли моржовки. Так вот, Сергей Чехонин, автор моржовок, нарисовал такой очень изящный орнамент. В общем, в нем многое от классицизма, наверное. Но вот, мне кажется, некая прихотливость, его наличие вот таких изгибов, как бы немножко акцентированное, да, все-таки говорит нам о том, что это уже скорее эпоха модерна. Даже чем-то напоминает легендарную ограду Зимнего сада. Да, может Зимнего быть, дворца. Да, хотя вот этот вход все-таки более такой, мне кажется, маньеристский, что ли, чем более строгая ограда Зимнего дворца. Все там же, на этом же месте практически, немножко отошли подальше, чтобы увидеть дом Шмидта. Да, одного из братьев Шмидта, Ивана Петровича. У каждого брата было по своему особняку. И вот чтобы понимать, вот что стояло за этим особняком, представим себе, что Шмидты были самыми богатыми хлеботорговцами и производителями муки в Саратове. А Саратов был центром мучного производства, одним из главных центров России, может быть, одним из двух-трех главных. А хлеб занимал 50% импорта, точнее, экспорта в российской экономике на тот момент. То есть это люди, которые стоят во главе одного из самых успешных предприятий, самого успешного сектора экономики. То есть это, условно говоря, нынешние Потанины или... Кто у нас занимается кто хлебом, да? Кто у нас там нефтянкой занимается, да. То есть это нынешние вот нефть. В Саратове в основном вообще больше строили саратовские наши местные архитекторы, заезжие редко. Но вот это как раз тот случай. Построил это здание Капитолий Авраамович Дулин, московский архитектор. Нет четких свидетельств, но у меня есть предположение, как они познакомились со Шмидтами. Дело в том, что Дулин в Москве строил в основном преимущественно доходные дома, хотя, казалось бы, у нас там некая ассоциация, что Москва – город особняков, но Дулин строил в основном доходные дома, и единственное здание, которое он построил публичное, это Московская хлебная биржа, а сейчас театр «Модерн», кстати, Вот, Шмидты, конечно, были резидентами на этой московской бирже хлебной, хотя у нас саратовская была своя, но и там они торговали. То есть, мне кажется, такая явная связка, что там они могли познакомиться, привезти Дулина сюда, и он стал у них фактически придворным архитектором. Он строит вот этот дом, он строит дальше ряд построек, которые, к сожалению, не сохранились в Саратове, но мы можем их показать. Вот такой вот доходный дом, тоже с характерным куполом, стоял буквально в квартале отсюда. О, он не сохранился. К сожалению. Но он на что-то похож, он похож на Скворцова, мне кажется. Вот есть версия, что дом Скворцова тоже, возможно, построил Дулин. Смотрите, вот такой особняк в мафританском стиле построил он для еще одного из братьев Шмидт. Казалось бы, стиль совсем другой, но опять высовывается этот купол, как бы, как заячьи уши торчат. У меня вот ассоциации с обсерваториями какими-то. Возможно, да. Потому что вообще с, скажем так, планетами и стихиями здесь много ассоциаций. Вот, и надо сказать, что в какой-то момент заказывают Шмидт и Дулину проект их роскошного торгового центра, который должен был быть на нашей главной площади.
Но в этот момент у нас городская управа строит городской общественный рынок, и Шмидт отказывается от этого проекта на время, а потом уже началась война, революция. Так что этот проект не появился, один дом снесен, вот этот мавританский дом перестроен до неузнаваемости, хотя и есть. Получается, что вот это единственная атрибутированная постройка. Да, смотрите, вот над входом мы видим фигуры двух крылатых девушек. Кто-то, правда, говорит, что юноши, но мы будем их как девушек идентифицировать. Здесь тут юноши-то какие-то. Да, по моей версии, это так называемые оры. Оры – спутницы олимпийских богов, которые помогают им в разных делах, а кроме того, символизируют ход времени. Во многих европейских языках вот это слово «ора», да, или похожие на него производные, они означают «час». Ор может быть, да, аур, по-итальянски так и будет ора, ке ора э, да, который час. Значит, их иногда бывает 2, 4, 12, то есть день и ночь, 4 сезона, 12 месяцев, вот так они могут символизировать такие вещи. Мы видим, что они не просто символизируют время, что у них в руках рога изобилия, из которых на всех входящих в дом сыпятся бесконечным потоком вот эти дары земли. И теперь вот мы, если эти два символа объединяем, то что получаем мы? Что смена времен года, оно как бы приносит вот это постоянные дары земли. А мы помним, что Шмидт и свой бизнес основывали как раз на том, что произрастает из земли, на пшенице, произрастает благодаря смене времен года. И вот Шмидты здесь как бы говорят нам, что смотрите, мы такие строим все прекрасные особняки в стиле модерн, и катаемся на яхтах, и строим фабрики. Не потому, что как-то мы более ловкие и хитрые, просто такой закон природы. Так вот устроено, что зима сменяет лето, весна зиму, растет пшеница, Шмидты ее как бы обрабатывают. Ну, что здесь делать? Придется смириться. Вот. Кстати говоря, очень характерный для этого дома пример – это удвоение символики. Видите, на основном портале вот такое изображение, а если мы посмотрим вот во внутреннюю часть тимпан, который немножко, правда, гирляндами от нас заслонен, мы видим там два маленьких рога изобилия, перекрещенных. И это вот очень характерно для этого дома, что мы на одной части видим один символ, и где-то он будет дополнен таким же, но немножко в другой вариации. А лебеди что символизируют? Ну, я думаю, что лебеди символизируют семейную верность. Потому что бизнес немецкий был очень-очень семейный. Даже вот когда мы говорим про этих предпринимателей, мы редко говорим там Иван Шмидт, Кондратий Рейнеке. Мы говорим всегда семья Рейнеке, семья Шмидта, семья Боррелли. Если, например, какой-то глава семьи, который поднял бизнес на новую вот высоту, понимал, что уже его лета скоро приведут к тому, что он идет из этого мира, он не оставлял, например, наследство одному из детей и не дробил между ними. Была такая формула немцев – дети в нераздельном капитале. Капитал оставлял в совместное владение всем детям. За счет этого, кстати, немцы немножко обходили вот русских предпринимателей. Не потому, что русские были там менее расторопными, изобретательными, а просто у них как раз вот на каждом поколении часто происходила эта дележка, а у немцев нет. Вот. И вот как, к вопросу о том, как Шмидты себя позиционировали. Вот есть интересные изображения на соседнем фасаде. Может быть, зайдем, если нет. Вот сюда, за угол, да. Если нам там не помешают рабочие коммунальные, которые что-то чистят. Постоянно. Когда я приезжаю. Да. Ну и правильно. Не так легко здесь разглядеть будет, но надеемся, что с помощью вашего оператора это удастся. Так, давайте попробуем встать вот здесь. Посмотрите вот на этих грифонов. Грифоны, как мы знаем, защитники неких богатств накопленных. Плюс, значит, тело льва – это власть над земной стихией, лев, царь зверей, да, все, кто ходит по земле. Орлиные крылья – воздушной стихии. Но посмотрите на наших грифонов, обратите внимание, какой у них хвост. У них хвост как у какого-то плавающего существа, да, может быть, немножко фантастического. Очень редкая разновидность – морской грифон. Потому что Саратов жил на Волге, и вот водная стихия была очень важна. Вот, грифон держит в лапах колесо фортуны, вот, которое символизирует изменчивость жизни, изменчивость судьбы. Но вот опять-таки в этом доме очень интересно, что эти все символы, их надо считывать в совокупности. То есть в целом-то колесо фортуны – это изменчивость. Но если мы увидим, посмотрим, грифоны как бы своими, особенно верхними лапами, видно, прям когтями его зацепили, не дают вращаться. Вот. То есть символика такая, что мы уже как бы вот достигли нужного положения этого колеса, как в известной фразе из Фауста «Становить мгновение – это прекрасно», и не дадим ему вертеться куда-то дальше.
да, горькая ирония, потому что мы знаем, что через 5 лет после строительства этого дома сюда придут люди с винтовками и, в общем-то, национализируют этот дом. Вот, и смотрите, следующее панно. Вот как я себе это идентифицирую, как бы Шмидта говорят, но если вот вы человек простой, не понимаете сложных аллегорий, мы же просто в картинках, как комикс. Вот посмотрите, прямо над моей головой в центре человек сидит на троне, да, причем видим, что это необычный стул, а именно трон, и к нему идут все с какими-то дарами. Кто-то несет ткань-царпинку, которую производили немцы, кто-то отчет какой-то финансовый в свитке, кто-то дары земли на блюзе, лев склоняется перед ним. Вот, то есть это уже вот... А человек этот сидит в каком-то шлеме, как похоже на Александра Македонского, может быть. То есть вот хозяин дома говорит, ну кто здесь вот Александр Македонский, к которому все идут с поклонами? Вот это я. Вот, но это было бы все слишком просто, и это, может быть, не было бы здание в стиле модерн, если бы на этом ограничилось. А вот модерн, на мой взгляд, Федор, будет интересно узнать тоже и вашу точку зрения, это во многом искусство о понятии границы, да, о границе между разными средами, например, там, да, вот очень любовь там между воздухом и землей, о явном и тайном. И вот здесь на фасаде все такое явное, как мы себя видим, престиж, уважение, богатство. А вот если мы заглянем во двор, к сожалению, он закрыт, но виртуально мы можем как-то изловчиться и камерой туда заглянуть, мы увидим уже какую-то другую картинку. Видим что-то страшное, что лезет наружу, как будто бы из подсознания. Так, ну вот можно поглядеть... в эту амбразуру, например, прямо грудью перед вами, амбразуру. Прямо вот смотрите, то, что перед вами, буквально, видите, какое такое страшное существо, которое лезет из грота, и даже непонятно, кто это, вот. Очевидно, кого-то напомнило все-таки Федору это создание. Вот, резко такая бывает реакция даже, скажу честно, первый раз. Вот, у меня последнее или предпоследнее, что мне про это что сказали, когда я показывал, сказали, знаете, это похоже на процесс сотворения орков с Саруманом. Когда из какой-то слизи там вот вылезают эти такие лысоватые товарищи. Мы приехали на улицу Пушкина, правильно говорю, да? Вот, чтобы увидеть, как Максим сказал, типичный саратовский модерн. Но дело не в его руинированности, а в чем-то другом. Да, дело в том, что вот дома, которые мы очень часто смотрим, как пример саратовского модерна, дом Шмидта, дом Рейнеке, консерватория, гостиница Астория, это такие шедевры. Каждый в своем определенном жанре уникален. А был еще массовый саратовский модерн, у которого были десятки зданий. Это, как правило, небольшие здания. Вот я хотел, чтобы наши зрители посмотрели вот именно такой массовый, типичный модерн. Это, как правило, два этажа. Это по фасаду 5 или 3 окна, 5, если маленьких. Здесь вот мы видим, что 3 окна, но есть очень большие окна. Это достаточно простой аттик, но, то есть, это, в принципе, стандартный такой доходный дом, который строились за десятилетия до этого в стиле кирпичной эклектики. Но вот в начале 20 века даже такие простые домики хозяева стремятся обвешать как бы каким-то модерновым тюнингом. Я думаю, что причина, конечно, была не в том, что они вот резко сразу полюбили модерн в его, так сказать, эстетической ценности, а что дом, который выглядит модным по последней моде, ты сразу можешь брать там на 20-30% квартплату жильцов больше, да? И люди такие считали, так, я вложу сейчас 500 рублей, но потом я по 30 рублей в месяц буду брать больше, в итоге там за год я вот это, как бы, окуплю вот этот декор. И вот смотрите, да, дом очень простой, и он, к сожалению, в очень грустном состоянии сейчас, но мы видим, как это тоже, мне кажется, очень интересно, как архитектор с минимальными средствами, не как у Рейнеке, где они могли у Мамонтова заказывать, да, майолики, а с минимальными средствами стремится сделать вот эту вот ауру модерн. Например, мы видим, что здесь есть штукатурка, и если внимательно вглядеться, мы видим, что штукатурка очень разных видов. Есть вот такая горизонтальная волна.
которая как бы идет, да, вот штукатурочка волной. Под ней мы видим штукатурку как бы текстурированная под крупный камень. Чуть выше, справа от балкона, мы видим штукатурку в виде таких вот ровных полосочек. То есть вот эта игра разных типов штукатурки, она создает такой интересный элемент. Плюс мы видим маттик довольно такой сложной формы, плюс где-то небольшая решеточка с ирисами. И вот у нас уже необычный, так сказать, мещанский дом, а дом в стиле модерна. Замечательно. Друзья, мы продолжим на следующей неделе об учебных и промышленных зданиях Саратова. Не переключайтесь, что называется, и до новых встреч.